Всем доброго дня. Мы не по традиции. Не, на самом деле, в общем, как вы поняли, мы едем в Коско. Но сегодня воскресенье, а не суббота. Мы обычно по субботам ездим, но вчера у нас были дела, гости и прочее. Вот, правда, сегодня тоже дела, да, Юрий? Важные дела. Поэтому у нас будет сегодня экспресс-заковка в Коско. Она экспресс не потому, что мало, а потому, что быстро. Экстремальная закупка в Коско. Забежали и через 10 минут выбежали. Как ты думаешь, мы с этим справимся? За 10 минут. Юра сегодня просто там бампер все-таки докрашивает. Вот, поэтому надо по-быстренькому все сделать. Правда, у нас уже половина первого, но он уже успел с утра что-то там поделать с бампером. Вот. Так что едем в Коско. Unreal. Пока на него скидка, будем брать 79. А то наши уже съели весь. У нас, правда, кроме Лёши, по-моему, никто его не ест. А, и ты. О, это надо. Обязательно. Тунец. 15,59. Тоже надо. Надо посмотреть будет, если вдруг какой-то другой со скидкой тунец, можно будет его взять. Ничего себе. Это к Хэллоуину. Симпатично, да? А, не разу. $40, да. А, ну, это диснеевские опять. А, это Снупи, а вот это вот Дисней. Ну, Снупи это тоже, наверное, диснеевская. А, не знаю. А вот, смотри, здесь еще... Да, это... Да. Вот, классно. $40 стоит. Ага. Ну, это куда? Дом? Ну, это дома, вот, возле камина. Такие штуки ставить. Да. Ну, $320 скидка. $320 сейчас кищенеет. Где-то это большое, это как у меня. Только тут вот он нарисован со всякими дополнительными приспособлениями. Но их нет в комплекте. Левайс на скидке. $30 стоят джинсы. Да, это вот классические, да? 505-е. Да. Но у тебя еще много есть, да? Не хочешь? $7 скидка. Какие-то калоши, да, слушай, продают. Это да, понятно. Вот там какие-то калоши. Там что-то готовят прям активно. Что-то готовят. Что готовят? Пахнет сосисками, да. А, сосиски и готовят, собственно говоря. Здесь, наверное, кавы нету. Мускат вижу всякий. Кава, кава. Хотим взять, чтобы было. Вдруг, если кто-нибудь придет. А вот Риоха, смотри. Только розе, да? Да, да. Вот это. Да, какая-то. Бель Глосс. Тоже какое-то розе. Да, розе. Пино Нуар. Пино Нуар. Да, прикольно залито. Это воском. Опять же розе Пино Нуар. Да. Пойдем каву посмотрим там. А тут наоборот. А-а-а. Она была с той стороны. Видимо, нету. Видимо, нету. Непорядок, непорядок. Нету, представляете? Кава это испанская шампанское, да? Брют. Клиенте, вот мы вчера с ребятами пили, очень, ну, приятное вот это вино. Какой-то новый появился. Какой-то креман, да. Давай попробуем. Давай. Сколько он стоит? 1,49, да? Нет, это что-то другое. А, нет, креман. Принц Александр стоит $10 вот этот. Этот тоже неплохой. Интересно. Ценник какой-то... А, нет, да, оно. Это оно, оно, да. Это вообще французское, да? Какой-то новый появился продукт. Ну, тут 900 грамм, 2 паунда. Это я не пойму, сколько здесь порций получается. А сколько он стоит? $17? $17, да. Это, короче, говядина с брокколи, как в Панди Экспресс, Юра говорит. В имбирном соусе. Это вкусно должно быть. Да. Хочешь, это можно, ну, к макаронам, там, к рису, например. Говорить на сковородке одна минута с, ну, с, короче, немножко масла. Да, масло.
так, поджарить рис, а потом добавить вот что-то лосось. Ну, давай возьмем добавить на обед. Вот ты же обедаешь, короче, иногда здесь дома. Здесь отдельно говядина и брокколи. А-а-а. Так что... Ну, давай попробуем. Давай. Рыбка есть? Есть. Вот рыбка есть. Рыбку берем, 13,49 стоит. Тут вот сыр дает такой пробовать. Пармиджано. Пармиджано-риджано. Хочешь, Юрий, сыр попробовать? Ох, ну да. Да, но я поэтому пополам хочу, вот, потому что его много, действительно. Он это, прям жесткий. Ну, это пармиджано. Ну да. Ну, не знаю. Не сильно солененький, но что-то есть. Перцы появились. Давай, выбирай. Давай. Фаршированные перцы. 17,71. Смотрите, у нас появился тоже вот такой, как мы на Гавайях брали, Battery Pound Cake. Вове понравился в прошлый раз. Стоит он $7. Юра говорит, Вова будет рад. Тут еще есть вот этот вот лимонный с голубикой, тоже очень вкусный, но его у нас дети не едят. Хотя Макс, по-моему, тоже ест. Но вот этот все едят. Сладости тут, конечно, дай боже, да? Клубника 6,49. Что-то в этот раз она опять какая-то. Да, это, наверное, что-то грязное, вот эти упаковки такие. Сразу видно, с полей собирали, да? Нормальное? Вроде да, нормальное. Так, а малина стоит то 7,49. Боже, почему малина здесь такая дорогая? Органическая 8, потому что выбирай любую. Органическая вкуснее, да. $0 разница. Органическая вкуснее? Хоть и многие говорят, что там все неправда. Но, ребят, как бы на вкус, как говорится, да? На, держи. На вкус реально вкуснее. Так, погоди. Нектарины есть $11. Персики есть белые, а мы просто желтые брали, они были шикарные. Груши, ну груш я столько не съем. А ты не будешь же груши, арбуз, да? Надо. 7,49 груш. Арбуз обязательно надо. Максим очень хотел арбуз. Арбуз. Ох, ничего себе, смотри, какие. $7. Вообще. Гигантелусы просто. Ну, брали, вот. Вот эти вот поменьше. Да. Думаешь? Что-то вытянутых мало. Вот эти просто огроменные. Хотела еще взять бананы. Бананы стоят. Так, бананы я какие-нибудь возьму, такие, чтобы не пораненные. Так. $2 стоит. Связка вот такая большая бананов. Картошка золотая. Имеется в наличии? $8. Есть, да? Картошка есть. Вот эту, наверное. Смотрит на меня. 10 фунтов, $8. Ламкоты хотите? Если они твердые, то да. Я не знаю. Не проверишь, потому что. Да, хорошо. А сколько они стоят? $4? О, боже. Потому что 2 фунта. Вон персики желтые. Вот они, классные персики. Так, вот эти хорошие. Я хочу посмотреть, чтобы не было потёкших. Ой, как они пахнут. На, Юрий, прекрасно пахнут персики. Гавайская папайя 6,49 за 2 штучки. Манго вот там вот. Все там стоят, перекладывают его. Так, голубика 5,49. Голубика. Голубичная. Вот ее меньше, что ли. Ой, это смотри. Зацвела. Зацвела. Это тоже. Что? Нет. Я не могу без нее.
Так нету больше. Нормальное вот это? Это вроде да. Черешня есть. $9 за 2 фунта. Получается $4.5, да, за фунт. Черешню хотите? Не хотите? Свежий дуриан $55, 5 фунтов. Видите, как он упакован? Мощно просто, мощно. Ой, а есть еще за $6. Сейчас, подожди, дорогой. Иди сюда, иди сюда. Бегу, бегу. Вот еще возьму. Голубика. Это голубика, да, органическая, мощная. Стоит $8. Да. Да, посмотрим, может, она лучше выглядит. Она выглядит лучше, да. Че, возьмем ее лучше? Ее как будто бы больше, да, по весу. Грибочки хочу взять. Так, это имбирь, это не грибочки, вот грибочки. Хочу грибы для того, чтобы картошку с грибами сделать. 5.79. Хочу картошку с грибами сделать. Как тебе идея? Кого? Картошку с грибами. Помидорочки, помидорочки. До сих пор продают вот эти помидоры? $7 стоит вот такая упаковка. Считайте, $7, 5 штучек. Здесь 4. Так, ну я хочу какие? Может быть, в этот раз вот такие взять? 4.89 стоят вот эти помидоры. Вроде на вид ничего так. Юра, как всегда, молоко, яйца пошел добывать. Манго. Да, тут манго перебирали. Посмотрите, здесь 5, здесь 6, здесь... Так, манго есть. Тут, конечно, их все переколошматили. Тут делают сок, смузи. Так, манго стоит $9, да? Органические манго. Блин, что вход такой внизу. Ну, что поделаешь? Ее надо будет вытаскивать. У нас спрашивали, почему Юра переворачивает вверх ногами товары. Потому что штрих-код, чтобы сканировать, чтобы не все из тележки вытаскивать надо было. Так, камбуча, смотри, на скидке. $4 скидка, $8 стоит. А скидка до 25 августа. Ну, то есть на следующей неделе еще будет. Чикен мелцы не едят они уже. Пельмешки у нас, по-моему, какие-то еще есть. Кстати, вот эти мы доели, которые с креветками. Они все просят Орео мороженое, дети? Наверное. 19.69. А кто просил? Ну, Вова скажи точно. Да? А другое они съели, да, уже мороженое? Может, места хватит? Места, да, места хватит. А, ну давай тогда возьмем. Вот как раз на вот эти вот в тесте креветки скидка сейчас. Они стоят $10. Мы такие пробовали. Нормальные, в принципе, но они очень прилипают, даже если с маслом. Это что-то такое, не знаю. Курица 14.49 какая-то, японская. Взбитые сливки берем. $12 стоят 3 штучки. Берем овсяное молоко. 9.69 стоит 6 упаковок. Так, еще свою любимую. Вот она. Battery Steak. Специя. Классная такая. Только почему-то она не полная. А стоит она $7, что ли? Да, вот. Нашла. Ой. Держи. Почти закончилось у нас. Тут еще вот есть какие-то вот такие. Prime Steak. С черным чесноком и трюфелем. Вот такой есть еще какой-то. Соль, перец и чеснок. Вот такой с карамелизированным луком. Сардины на скидке. Сардины тут шикарные. Иногда вот хочется просто с хлебушком поесть. Сардины стоят $7. Скидка сейчас на них $3. Стоили 10. И тунец тоже на скидке. Давай такую возьмем. Да, он тоже нормально. Да. Стоит он $13, сейчас у нее $4 удобно. Скидка. Она 17 стоила, да? Смотри, Юр, на танкоцу скидка $3. Берем?
Сейчас он стоит 8. Вот, рыбу берем вот такую. 16,49. Стоит 6 этих. Это лосось. Вот этот тунец тоже хороший. $13. Ну ладно, мы этот взяли на скидке. Ой, это что такое? Смотри, Юр. Это тоже тунец? Wild Planet. Tuna bean и corn salad. А, это салат, короче говоря. $17 стоит. Смотри, с тунцом. Готовый бобами, да. Какая-то сальса появилась с бобами и с кукурузой. 7,89 стоит. Острая, интересно. Не написано. Вот еще какая-то сальса. Но не очень большие баночки. Вот эти огромные. Да. А, ну, медиум. Но она какая-то прям жидкая очень. Ну, это же сальса. Ну да. Но бывает такая, что загребать можно. $10 такая стоит. А тут какие-то, смотри. А, маринад корейский. Барбекю. 9,89 стоит. Еще вот набор соусов вот этих. Мы такими пользуемся тоже. Барбекю вот таким пользуемся. Вот таким. Мы столько сальсы не едим. Да не съедим, конечно. Если бы она одна такая маленькая была. Это спаржа маринованная и морковка. Пиклд. Маринованная. Ой, она что-то там мокрая. $14 стоит вот этот набор маринованной спаржи и морковки. Она прям потекла. Ну, да, я прям чувствую маринад. Да, да. Маринад чувствую. Но маринад такой уксусный. Вкусненький. Хочешь такое? Не знаю. Блин, много тоже. Ну, спаржи там не так много. Просто единственное, что она маринованная. Такой-то спаржи, которую я готовлю, ее можно много съесть. А это так много не съешь. Да. Это он новый какой-то, да? Смотри, его кто-то открыл, чтобы посмотреть, как он выглядит там внутри. А, да, он в этих контейнерах. Белый просто рис. Микроволновка. Да, вот такой он был где-то здесь, другой фирмы. Сколько? 24 упаковки, стоит 18,79. Очень удобно, если тебе надо быстренько риса на гарнир. Какая? Корейская. А, с грибами, что ли? $14. Тут уже, смотри, все на Хэллоуин. Полная готовность. Иди сюда. Нет, не надгробие, вон. Наша тема, да? А, смотри, плащи появились. Плащи и надгробие. На вот этом надгробии этот скелетик танцует. Да? Да. Вот, а как сделать, чтобы он танцевал? С музыкой и... Ну, там он, может, не подключен, а может, подключен. Да. Непонятно. Ну, он подключен, но... Ну, да. Вон, пойдем на этого посмотрим. Ух ты! Вервульф! $250. Ну, у нас такой огромный монстр уже есть. Да, да, у нас примерно такой же. Господи! Знаешь, два таких поставить. Со всех сторон. Той же фирмы, как мы покупали. Подставка один в один там. И вот банки. Да. А, боже. Мне кажется, он классно бы это. Он лучше, да. Но мне нравится, что у него глаза. Экраны. Да. Ух ты. Шапка с Гарри Поттера разговаривающая. $80 стоит такое лего. Ну, классная. Вот еще. Да, у Вовы такой есть плюшевый. $49 стоит такой лего. Классно, классно. Это у Игоря такая? Собранная, да. А, да? Да. Супер. $40 стоит такая машинка. Смотри, мешок целый орехов этих. Скорлупия, арахис. 6,89. Вообще даром. Смотри, какая тумбочка типа икеевского вот этого вот. Палакс. Да. $120 только оно стоит. Обалдеть. Палакс дешевле. Смотри, Юр, я же вот такие делаю печеньки. Это, пирожки с яблоками. $9. Тут, правда, варенье. А я делаю прям яблочки с орехами. Смотри. Да. Мини-пай. Прям такие, как я делаю. Обалдеть. Что, все?
все взяли, все, что надо было и не надо было, да? Боже, народу-то посмотрите. Итак, наша сегодняшняя экспресс-закупка получилась... $275. На $275. Вот так вот. Нормально. Нормально. Но народу сегодня... Ну, воскресенье, да? Воскресенье день тяжелый. И на возврат много народу, и на выход много народу.